Велосипедисты в эти выходные массово открыли сезон. На улицы города организованно выехали почти 1000 чебоксарцев. Традиционно велопробег перед майскими праздниками посвящают годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне. Погода выдалась. Солнце, сухой асфальт и сотни наездников со своими двухколесными конями. Впрочем, количество колес не у всех совпадает. Верного помощника в дороге Михаил Севрук собрал несколько лет назад. Детский трехколесный, он же совсем по-другому устроен. Здесь дифференциал сзади стоит, многоступенчатые передачи, дисковые тормоза. Праздник велосипедистов в городе организуют уже 7-й год подряд. Количество участников варьировалось от 500 до 1500 человек. В этот раз на Красной площади собралось более 950 жителей города. Стало доброй традицией накануне майских праздников проводить вот этот замечательный, прекрасный праздник, велопробег. И стало, наверное, это в первую очередь память о наших дедах, прадедах, кто участвовал в Великой Отечественной войне, кто не вернулся с поля боя. Ну, конечно же, это праздник всех тех, кто любит велоспорт. Сегодня такая хорошая погода, такой здоровый, бодрый дух. Очень хорошо и очень мы рады жить, что мы город проводит такие мероприятия. Классно, здорово. Мне нравится кататься на велосипеде. Почему? Можно быстро кататься и делать трюки. Настолько массово собраться на велопробег – это тоже трюк и довольно эффектный. Велосипедисты стартовали на Красной площади. Далее маршрут пролегал по Московскому мосту, Московскому проспекту. На кольце Роща колонна развернулась и отправилась назад, до финиша напротив Чувашского драмтеатра. Погода была замечательная, хотя обещали дождь, дождя не было. Солнышко светило, относительно тепло было, народу было много. Так что праздник удался, я считаю. Хороший был пробег. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика.